не стал бить сразу Луис Густаво. Он думал, что будет у него время подработать себе мяч. Но Дебрюйне низом передачу в штрафную. Каледжури, удар, Ховард отбивает, ну а добить Каледжури. Дебрюйне, Родригес. Да он и вообще не нужен был, потому что уже Вольфсбург начинал свою атаку. И тут вдруг вспомнили про офсайд.